Дорогие зрители, если вы хотите иметь свежую и объективную информацию, касающуюся изменений климата на планете, ставьте лайк, пишите комментарии, и мы будем освещать интересующие вас климатические события. И не забудьте нажать на колокольчик под видео. 1 января 2018 года на юго-востоке Малайзии проливные дожди вызвали серию наводнений. Из пострадавших районов Паханг и Джохор были эвакуированы 1595 жителей. Все они были размещены в 15 эвакуационных центрах. Природные катаклизмы показывают, как хрупка человеческая жизнь в материальном мире, где человек не может по-настоящему ничем обладать. Какие бы ситуации ни происходили, важно сохранять спокойствие, не утрачивать силу духа, оставаться человеком всегда и везде, заботиться о других людях. В книге Анастасии Новых «АллатРа» говорится, что в обществе необходимо создать условия, чтобы новые личности, пришедшие в этот мир, понимали главный смысл жизни – наращивать свою духовную силу, соблюдать естественные для человека культурно-нравственные основы, проявлять больше человечности, доброты в своих мыслях, словах и делах, совершенствоваться во внутренней работе над собой и, в конечном счете, спасти свою душу. Подробнее о климатических изменениях читайте в докладе, подготовленном учеными АллатРа Science, о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.